Курске подвели итоги Всероссийской олимпиады по французскому языку. Несколько дней одаренные школьники со всей страны состязались в знании лексики и грамматики, понимании устной и письменной речи. Победители и призеры получили заслуженные награды. 211 участников из 45 регионов России собрались в актовом зале Госуниверситета. Все они почти в совершенстве владеют поэтичным и мелодичным французским языком. Языковое состязание длилось 4 дня. Все суперски организовано. Я не могу сказать, что я довольна результатами олимпиады, но я познакомилась с очень хорошими людьми и, в принципе, было очень весело и круто. Филипп, 11 лет, изучает французский. Парень был уверен, что ничего нового на олимпиаде не узнает. Первым делом показало то, что мы не знаем еще очень многое. Вот. Но вообще очень помогла, конечно. Вообще и очень интересные задания были. Участников приехал поздравить гость из столицы. Министр наш передает очень теплые слова, поддержку всем нашим детям, которые участвуют в олимпийском движении, потому что, безусловно, это очень важно не только для детей, но и для всей страны, потому что дети все сегодня представляют здесь не только себя, но в том числе и те регионы, из которых они приехали, то качественное образование, которое дается в регионах. Победители олимпиады получили денежные премии и привилегии при поступлении в престижные вузы. Екатерина Худякова, Сергей Дорохов, телеканал «7».